Бен, он заколдован. Мы обязаны помочь. Да, Бен, слушай ее. Я не знаю, Глен. Прошу, ты мне обещал. Эй, малыш, часики тикают. Что происходит? То же самое заклинание превратило этих ребят в моих охранников. Я могу спеть вам об этом? Не стоит. Я позабочусь об этих куклах. Договорились. Нам пора идти. Неплохо для таких коротких лап. Да, я великий победитель динозавров. Не надо, кренделек, я худею. Осталось совсем немного. Мы почти на месте. Солнце. Я волнуюсь за Бена. Если мы покинем долину до восхода, я буду свободен. Тогда я ему помогу. Верь мне. Опять ты! Может, хватит? Больно! Работа выполнена. О, нет! Талисманы ожили! Они ищут Яка. Мы помогли ему сбежать. Яка? Он живой? Дело плохо. Вообще-то он ничего. Конечно, если бы он не пел. Нет, смотри. Я не такой уж большой любитель читать. Самый знаменитый талисман зовется Як. Сокращение от Якуави, деревянный медведь из местных легенд. Да-да, он разрешил нам называть его Яком, потому что мы друзья. У деревянного медведя нет друзей. Вы для него завтрак. Завтрак? Если Як выберется из долины, он вновь превратится в ужасного монстра. Но здесь он абсолютно безобиден. Нужно догнать их. Как? Еще совсем немного. Столько лет позировать для туристов с этими их глупыми камерами. Настает мое время. Мы совсем близко. Да, но солнце тоже поднимается быстро. Боюсь, мы не успеем вовремя. Так, перестань болтать и шевели ногами. Прости меня, Гвен. Просто я ждал так долго, и цель уже так близка. Так, может, нам поискать решение в брошюре? О, если ты залезешь на один из утесов, то формально покинешь долину, верно? Скорей! Свобода. Еще одна маленькая услуга, и мы на пути к обеду. Ой, к победе. Что тебе нужно? Ты в моем брюхе! Что? Много веков я не чувствовал такой силы. Но я тебе поверила! Твоей песне, твоей истории! О, я бы сказал, век живи, век учись, но тебе поздно учиться! Тебя не съели? Мы как раз садились завтракать. Присоединитесь. Тебе не сойдет это, слаб. Мы прочитали твою легенду в брошюре. Вот за что люблю я вас, людей. Кто читает мелкие буквы? О, детки, даже не знаю, как выразить вам мою благодарность. Лишь солнце взойдет, Якуави оживет. Теперь уже назад мне дороги нет. Вы сняли заклинание! Эй! Поверив пустым обещаниям! Что ж, поздравляю вас, дети! Вы мой обед! Вот и все, Як! Мне не терпится врезать тебе с самой первой песни! Живый глазистый пожиратель людей! Окончен, малыш! Я становлюсь все сильнее и голоднее! Боюсь, ты ляжешь спать голодным! Я рассчитывал на свежее мясо! На лепешки тоже сойду! Я уже не успею залезть наверх! Я хороший прыгун, но там 300 метров! Может, прыгать и незачем. Спасибо за свободу, дети. А теперь бегите. Охота сделает добычу еще слаще. Величественные известняковые утесы возвышаются на 30 метров над долиной. Что? Может, на 25? 23, 20, 18, 16? Нет, хватит. Почему солнце не всходит? Я готов выслушать ваши предложения! Спасибо за помощь, детишки! Я Якуави, пожиратель глупцов!